телекомпания ВНТВ представляет. Новый канал на видеохостинге YouTube ВНТВ History. Документальные фильмы. 75 лет назад на территории Венгрии развернулись кровопролитные бои. Хроника военных лет. Армии маршала Рокоссовского подошли к восточному берегу реки Буг. Редкие архивные видеозаписи. Экс на ракетной базе Уоррен до конца 1988 года. Обзор вооружений армии мира. Импульсные лазеры на основе смеси фтора или хлора и некоторых инертных газов. Эксклюзивные видеоматериалы киностудии Министерства обороны СССР. 437-й, вас не вижу. Новое видео каждый понедельник, вторник и среду. ВНТВ History.